Шишка ботва. Все, работает. За голову, за голову руки. Чё в карман? Скажите, а кто какие действия предпринимал из вас? Я предпринимал, держал только... Держал её, получается, за капюшон, где же за волосы, закрывал её глаза, то есть, получается, правой рукой. 3 сенсора, 1 кнопочный, 2 видеокамеры, 2 цифровика, сумку, в которую уже все это было дело загружено, 2 пистолета, 1 пистолет СА, 1 пневматика с длинным дулом. Я начал искать деньги, нашел фотоаппарат, камеры, вытащил их на пол. После чего снял и нашел DVD уже в той комнате. Начал складывать это на диван. Все остальное я тоже переложил на диван. 2 пистолета, видеокамеры. Потом нашел я телефон. 2 телефона. Один лежал вот здесь на столе. И 2 пистолета там было, ОСА и пневматический этот в виде воздушки. А имеется ли у участника следственного действия какие-либо дополнения, замечания по поводу следственного действия? Нет. Здесь все долбил, здесь все повытаскивал, все вытащил, получается. А я пошел вот тут и просто смотрел вот так вот, просто смотрел. Да, вот так смотрел, смотрел, смотрел. Всю сумку сложил, получается. И расстегнул. Вот так. Вынял ботинки вот так, вот прям.